2023 год объявлен годом педагога и наставника. Нужны ли наставники подрастающему поколению сегодня? Как решаются вопросы наставничества в работе с молодежью в системе дополнительного образования? Смотрите программу «День наставника» на Самара ГИС сегодня в 19:30. Гость в студии Ирина Шамина, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара.